пятницу в Самарской области ясное небо, без осадков, жарко. Плюс 31, плюс 33 днем, ночью 22-24 выше 0. Ветер юго-западный, южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 31 градус, ночью плюс 22. Северо-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 31, ночью плюс 24 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков, плюс 31 градус в дневное время, ночью плюс 23. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.